Коллекция Ивановского художественного музея в этом году увеличилась более чем на 200 произведений искусства и артефактов. Живописные и графические работы дарили в музее участники коллективных и персональных выставок «Меценаты». Проект «Приношу в дар музею» был заявлен в 2011 году и стал традицией. В современных условиях это единственный способ пополнения музейной коллекции, так как деньги на покупку экспонатов практически не выделяются. Многие вещи ивановцы увидели впервые. Кроме картин, вниманию зрителей были представлены средневековые археологические находки, переданные директором Плёсского музея древнерусской семьи Павлом Травкиным. В числе уникальных экспонатов – кресты 12-18 веков, найденные на территории области. Среди них особое место занимает старообрядческий крест, обнаруженный во враге Кокуй. Дарить всегда приятно, поэтому я вот таким приятным делом занимаюсь с 1974 года. Вот, и на сегодняшний день сдал в музее, ну, в общем-то, в связи с работой, в связи вот с этим, если хотите, хобби, более 60 тысяч находок. Вот, ну, это поменьше, чем Бурелин, но, в общем, наверное, тоже существенно.